Мы здесь представляем поворотные камеры UHD для различного сфер применения, от профессионального видеопроизводства до ВКС-систем, систем образования. Все это дополняется великолепным программным обеспечением для трекинга по лицу, по телу. Мы также его демонстрируем в рамках данной выставки. Вот все это имплементировано в систему Bosch ВКС, то есть у нас идет IP-превью на пульте управления. Мы все это можем видеть, автоматически вызывать пресеты. Это достаточно интересно сейчас на рынке. Помимо всего прочего, видеосигналы пробрасываются через конвертеры MaxLab по Ethernet-разъемам. И мы можем видеть UHD-картинку на больших дисплеях, на мониторных сборках, которые здесь представлены также на стенде. Помимо поворотных камер, панель управления здесь представлена WRP-150, которая нам позволяет управлять новой функцией ROI System, так называемой. Это система слежения и использования общего 4К пространства, когда мы можем в реальном времени вырезать, например, 4 HD-картинки из UHD общего плана, тем самым мы можем использовать одну камеру вместо, например, 3 или 4 в режиме съемки, например, какой-то пресс-конференции или ВКС-системы.